Заключительную гонку зимнего сезона по традиции приурочили к Международному женскому дню. Участнице соревнований Юлии Соколовой и организаторам спортивных соревнований были вручены букеты цветов и подарки. Юлия Соколова! После торжественной части проведения жеребьевки любители экстрима вышли на старт. В заездах финального этапа зимнего сезона приняли участие 16 машин. У нас, в принципе, 4 лидера сейчас в чемпионате. Они с отрывом в 10 очков идут. Это номер 63 Андрей Березкин, чемпион последних 2 лет. Номер 88 Антон Рыжиков, самый титулованный наш гонщик в плане гонок на выживание. Галахов Евгений сейчас начал прорываться выше. И Александр Протопопов. Автошоу на трассе «Казачий дозор» посетило большое количество поклонников экстремальных видов спорта. Мы увидели рекламу, решили, выходной день, погода хорошая, решили съездить посмотреть, что это такое. Ну и ребятам стало интересно, посмотрели ролики, говорят, поехали. Вот мы приехали, мы сами из Троицка, вот приехали сюда. 7-летний Алексей впервые на гонках, но уже определился со своими фаворитами. Мне понравились вот. Мы вот там 150-й номер, и вот 96-й. И 44-й, вот нормальные там и машины. И вот так. В роли зрителя 5-го этапа и представитель команды «Видное» Константин Колобков. По техническим причинам он пропускает финальную гонку, но внимательно наблюдает за молодыми гонщиками, совсем недавно присоединившимися к этому виду спорта. У нас молодежи очень много появляется. У нас постоянно, вот там 99-й номер, я смотрю, вот машина, 44-й Александр, там еще 68-й номер. Это все новички, которые приходят. Появляются, ну, прошел такой период, что у нас было 5, 6, 7, 8 машин. А сейчас уже 16-20. Люди подходят, ребята спрашивают, а как собрать, а кому обратиться? То есть с советами, с желаниями, с такими же, с настроением собрать машину. В жесткой контактной борьбе между гонщиками 3-е место досталось Александру Идрисову, 2-е Сергею Соколову, а победителем стал Александр Протопопов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».